добрались до места монтажа, разгрузка идет. Такая небольшая, аккуратная здесь будет стоять теплица. Стеклянная, 2 метра шириной, 3 длиной. Легенда 2С. Разгрузка, раскладка и собирается каркас. Сейчас каркас соберется, разметится, раскрепится к бетону. Сделается отлив и будет остекление. Самое легкое — это каркас собрать. Миша знает, да, Миша? Антенны у него следующие так выставили. Замкерились. Сосверлились, раскрепили каркас. Ставим отливы. Это теплица стеклянная, поэтому ставится отливы. На поликарбонатке так не делается. Вот, ставится отлив Z-образный. Покажи, Миша. На него опирается стекло. Ну, ставь. Вот такая резинка вставляется на стекло. Крепежа для стекла. Вот так вот бывает. Видите, шишечки. Приходится их снимать молоточком. Еще фундамент идеальный. Так что, если кто заливает, следите за строителями. Пока устанавливаются отливы, проклеивается уплотнительная резинка. Стекло у нас не соприкасается с железом. Проклеивается такая вот самоклеящаяся D9 резинка везде, где будет примыкать стекло к каркасу. На вот средних прогонах она клеится, Миша, в средних прогонах на крыше клеится только же кусочек сантиметров 10-15 по центру. Вот для чего? Вот. Потому что когда, если вы заклеите полностью резинку, испытана уже на моей теплице, то конденсат, который по листу бывает изнутри из-за разницы температур, он будет стекать и задерживаться на этой резинке. И там появится потом грязь, ну, микрофлора, все вот это, цвести будет, бактерии. Поэтому делается чисто посередке кусочек, чтобы стекло не облокачивалось на само железо. И вода, конденсат уходил. Уголок здесь подрезается, эти угловые, потом это подкрашивается. Здесь это все закрепится и будет красивый вот такой отлив. По всей длине. Потом покажем. Следующий этап, когда установили вязку, отливы сделали. Крепим основание для стекла до отлива. Стружку убираем, и вот у нас до отлива ставится. Стружка, естественно, будет длиннее. И начинаем стены крыть сначала. Надевается резинка на низ стекла. Надевается резинка. Самое главное — подготовить. На эту резинку опирается стекло на отлив. Начинается с торцевого стекла и крутится в торец. Саморез, здесь вот прижимается. Скручивается в край немножко, потому что стекло до сюда доходит. Следующее ставится второе стекло, и уже забиваться будет крышка.
Держишь обои? Сейчас я резать буду. Держи обои. Крышку подрезается. Место снизу, вот там вот. Потому что она должна так до низа дойти. Профиль крепления подрезается. Такие хитрости. Сейчас мы будем забежать вот сюда крышку. Все супер у нас. Молоток вот. А, у тебя что? Да. Начинаем снизу заканчивать. Главное попасть в замок. Янкой забиваем. Только не до конца. Все, готово. Сейчас следующее стекло так, точно так же, крайнее. И стена закрыта. Стены покрыли. Следующий этап — перелив крепится стеновой и крыши. И потом начинаем готовить так же, как и стены. Базу прикручивать. База, резинки. Конек уже установили ветку на клопы. Укладка на крыше стекол. Все подготовили, все прикрутили. Здесь уже с этой стороны покрыли. Проем под форточный блок. Такой вот он небольшой, потому что скат маленький под автоматы. Потом торцы делать. Ставится неразъемный профиль и соединяется вот так стекло под форточный блок из двух половинок. Здесь цельные стекла, здесь вот таких треугольничков. На базе нарезали, останется нам порезать по месту вот торцы и над дверью. Система подвязки вот так вот попросили сделать. Здесь будет грядка. Нет. И здесь над дверью трос 3х4, ПВХ, карабин, пластина, зажим, с другой стороны товары пойдет натяжитель. Не провиснет, потому что здесь он стоит на арках, здесь к торцу, получается вот такая система мощная, надежная. Все, отлично. Вставляем. Смотрите, есть небольшая хитрость. Многие спрашивают, кто самостоятельно монтирует, как держится стекло над дверью. Чтобы она не падала вниз. Смотрите, сейчас я зайду. Все, вот. Стоит. Дайте я пройду. Стоит. Покажу. Вот здесь вот прикручиваются пластинки на клоп, да, Миша? Да. Две штуки, которые держат это стекло торцевое. Вот такая хитрость. Стекло не падает вниз. Макушка стоит, потом прикручиваю, привязываю дверь. В двери нужно сначала просто, как обычно, алюминий крепится, отверстие. И потом отверстие в раме. И обычно вот желтым саморезом по дереву притягиваю. Когда уже все сделали, переливы. Здесь они, перелив, входит сюда и заходит полностью под уголок. И еще крепятся раз, два, три самореза. Здесь следующие надо подрезать. То есть перелив надо подрезать по месту ножницами. Металла. Так, чтобы была вот такая красота, смотрите. Так красиво было все.
И потом подрезается у концовки, чтобы забить вот здесь вот полукруг. И забивается ножницы воды. Еще одно видео. Видишь? С таким мощным крючком и ключами фиксируется. Короткий не подходил. Вот такой крючок. Диагональный усилитель. Раз, два, три, четыре. Уточный блок на автоматах. Сейчас их сняли на зиму. Система подвязки поперек и две в длину. Торец глухой и торец с дверью. Такая аккуратная небольшая теплица получилась. 2 на 3 стекло.